завершился у нас матч «Вектора Пола». Победа коллектива из «Хиро» со счетом 4-2. Наш вопрос отвечает руководитель команды «Вектор» Виктор Савиных. Виктор, поздравляю с победой. Расскажи, знал ли что-то о сопернике, какая-то информация была, или только от себя плясали? Во-первых, спасибо за поздравления. Информации практически никакой не обладали. Я не знал, что это за команда. Буквально уже вечером справки вчера после жеребьевки наводил. Узнал, что в Санкт-Петербурге она мини-футбольная команда. Известна как больше, известна как мини-футбольная. Ну и когда, конечно, такие фамилии, как Серила, да, насколько я понимаю, это игрок сборной России в недавнем прошлом. То есть, ну, это, нас немного это напрягло, конечно, что такие игроки есть в команде. Вот, поэтому ждали такой быстрой от них игры. Наверное, мяч под контролем, мяч внизу больше. В принципе, так все оно и получилось у них. У нас установка была, так сказать, играть вторым номером, отдать мяч, ловить на контратаках, потому что жарко, мы играли в жаркое время. И чтобы активно с мячом был риск, что мы можем не выдержать этот темп, поэтому решили отдать игровое преимущество и уже работать на контратаках. Слава богу, можно сказать, все четыре у нас это контратаки и получились. Ну да, тактика полностью себя оправдала. Скажи мне, это была тактика под конкретного соперника или, в принципе, твоя команда больше привыкла играть от обороны? На самом деле в Кирове мы играем всегда первым номером, доминируем здесь. Видите, так как у нас опыта между, ну, такого, всероссийского немного, мы немножко, ну, я за себя скажу, я довольно волнуюсь и, наверное, закрепощен, и это и на команду передается, поэтому мы даже здесь не показали, мне кажется, и там 50% как бы игры, которую можем показывать, быструю, красивую, умную, комбинационную. Это потому что огромное волнение, ответственность за результат, и поэтому так бы мы играем уже, так сказать, начинаем от оборонки, а там как пойдет. Кого отметишь? Я бы сегодня вот как голкипер отметил, очень уверенно он действовал на последнем рубеже. Да, действительно, у нас на позиции голкипера два сильных, можно сказать, равных вратаря. Вот, отдали предпочтение Вадиму, потому что он постарше. Попцов Вадим, он постарше, имеет больше опыта. Ну и он такой с первых дней формирования команды. Поэтому молодежь пока поджимает, конечно, но пока они смотрят с бровки, хотя... Возможно, и у них будет шанс себя показать на чемпионате России. Спасибо. Спасибо вам.